Всем привет! Серьезная схватка с Фарузан. Давайте начнем. Единственное, мне нужно будет поменять колоду. Я подготовил необычную. Хорошо, я как раз гуляю. От древних текстов у меня кружится голова. Неплохо было бы чуть отвлечься. Для начала нужно определиться с колодой. Безусловно, я забыл ее поставить. Главное, она у меня находится... Вот она. Выбрать. Поехали! Нашел я эту собаку, ребят. Если вы не знаете, о чем я, то посмотрите предыдущее видео, где мы сражались. Вот она. Да даже не надо смотреть, вы сейчас все поймете. Так, для начала это даже очень неплохо. Вот это, скорее всего, я не буду использовать. Можно скипать. Ладно, если появилась бы еще одна собака. Так, выберите, с кого начать. Давайте с Фарузан, потому что мы получили эту карту. Я надеюсь, мы сможем победить их, во-первых, и испытать ее. Это во-вторых. Отлично. Так, а у нас это получается Анема. Анема. Давно я, кстати, не использовал такого персонажа. Ой, мне вообще один дайс только выпал нормально. Так, собачка, ребят. Сначала мы используем собачку. Это сразу вам скажу. Поехали. Да, 4 карты. На самом деле очень сложно вытянуть 2, чтобы она заработала, но я хочу попробовать. Так, у нас здесь одно условие, это победить, поэтому не имеет значения, сколько раундов нам на это потребуется. И давайте начнем. Ну, только с руки бить. Физический 2, а это у нас что? Ладно, давайте ударим, потом будем читать. Так, АЕшка у нее работает следующим образом. У персонажа возникает проявление бури. Ничего не понятно. Но безумно интересно. Наносит одну единицу, призывает помощника. Финальная фаза. Анема урона единица, количество применений. Слушайте, ну, по-моему, я выбрал не того персонажа. Хотя тройку бьет, нормально, в принципе. Что-то еще можно ожидать. Ладно, у меня нет выхода. Будем просто бить с руки. Ой, каждому достанется, не переживайте. Видите, 5 дайсов. Она мне сейчас влепит, скорее всего. Неплохо так. Но у меня вариантов-то нет. Давайте, ладно, скипаем. Она элементом навыком ударила. Это неприятно. Что? Почему она это делает? Это ее особенность, да? Офигеть, мы хоть успеем разок ударить. Так, появляется Катерина. Ну, у нас есть вода, электричество. По сути, это неплохо работает. Так, с водой, с электричеством. Давайте, ладно, оставим этот дайс. Если что, мы его, конечно, поменяем. В зависимости от того, что мне выпадет дальше. Вода выпала, ребят. Ну, скорее всего, это будет Невелит. Они все под водой. Офигеть. Так, ладно, давайте думать. Вот эту мы карту обязательно используем. Следующие 3 обычные атаки выбранного персонажа стоят на 1 дайс меньше. Хорошая карта, к сожалению, не сейчас она необходима, а чуть позже. Так, что она будет бить? Она будет бить вот так вот. А мы будем бить вот так вот. Да, поехали. Ну, не того... На самом деле, как же больно по всем еще бьет, а? Так, куки, поехали. Надо было с куки начинать. О, нет, что я сделал? Зачем я это сделал? Зачем я это сделал? Остановите это существо, пожалуйста. Капец. Не, ну с руки-то мы бить, конечно, можем, но это не то, что я хочу. Так, сейчас эту карту мы не используем, да, скорее всего придется с куки начинать. Не, ладно, давайте не с куки, давайте так. Короче, я не знаю, будь что будет. Тут у нас, по-моему, все пошло не так, как хотелось бы. Она еще может бить. За что? Ладно, давайте по крайней мере вот так вот сделаем. О. Когда вы совершаете любое действие, после которого в руке не остается карт, вы берете одну карту. Бесполезная карта. Не, ну вот эта штука, она, возможно, была бы неплоха, да? Если бы у нас хоть какой-то элемент присутствовал. Офигеть, просто вы посмотрите. Она и будет еще с ульты бить. Нормально.
Ой, горшки пришли, к сожалению, не нужны прямо сейчас они мне. Она меня как сейчас ультанет, мне плохо будет уже. Так, смотрите. Электричество, ладно, давайте оставим. Сложный выбор на самом деле. Сколько она будет бить? Она будет бить, призывает помощника. Она тоже помощника призывает. Офигеть. Так. Ох, как больно будет, да, сейчас? Будет очень больно. Ну, может, не сейчас, конечно. Восстанавливает вашему персонажу, получившему максимальный урон. Да, вот с этим будет проблема. Но, если мы ультанем, так-то, да будет неплохо, согласитесь. Надо что-то придумать, ребят, я очень хочу, очень. Давайте, может, тогда эту карту попробуем разыграть, может, она подойдет. Надо было, конечно, но я не ожидал, может быть, моя ошибка. О, кстати, неплохо. Даже очень неплохо. Получается у нас вот так вот. Правильно понимаю? Ух, ребят, минус 7, поехали. Твоя тактика значительно улучшилась, да. Слушай, ну тут еще не конец, да. Так, если у этого персонажа не менее 6, то он получает проникающие 2 единицы. Восстанавливает вашим персонажем, получившим... Ясно, ясно, я тебя понял. А, кстати, ну, в принципе, мы неплохо так-то разыгрались. Поехали. 2-2 остаемся. Ну, у нас, смотрите, ребята намного серьезно были побиты. И плюс у них еще лечение неприятное. Плюс еще одно лечение. А, ну, понятно, понятно, я тебя... Собачка приехала. Но напоминаю, чтобы она заработала, нам нужны 2 эти карты. Я безумно хотел посмотреть именно в этом раунде на нее, но... Ай, к сожалению, к сожалению. Так, ну у нас Невелит, скорее всего, будет следующим персонажем, который будем использовать, поэтому... Надо будет переключаться в любом случае. Ну, собаку давайте использовать. Заряд один есть, уже неплохо. Так, Катерина, сколько у нас получается? 3-3, ты, ух ты ж, круто, как, а, ребят, смотрите, в этот раз мы можем неплохо так ударить, но есть свои нюансы, правда? Есть они присутствуют. Так, хорошо, тогда мы делаем вот так. Устанавливает одну хпшку, да? А каким... образом это делается-то? Безобразие. Какое же безобразие, а? Ладно, давайте эту карту вытащим, может, что-нибудь будет интересное. Я тебя понял. Где вы были вдвоем? Два тима, ребят. Ну, сейчас уже они, к сожалению, по большей степени бесполезны, потому что у меня тут все уже побиты сильно. У нее еще ульта есть. Как вы думаете, будет больно или нет? Ай, не знаю. Так, смотрите, 3, 3, еще 2 у нас, да? По идее, если мы ударим 1, потом 2, и потом с ульты... Ай, как же хочется, конечно. Да, очень хочется, но боюсь, здесь у нас проблемы есть небольшие. А он уже и съел, тем более, все. Что, проиграл я, да, скорее всего? Офигеть, она будет больно бить, да? Ну, стрее ударила. Ладно, еще живу пока. Ох, у нас, я забыл, лечение есть. Лечение хоть какое-то, да, это не, это уже приятно. Так, смотрите, она объявила конец хода, конечно. Фу, какая красота! Так мы можем еще и переключиться, смотрите. А, один раз за раунд. Ай, неприятно. Так, что мы можем сделать? А может даже, кстати, это к лучшему.
Может быть, это и к лучшему. Ладно, давайте Катерину поставим. На один дайс все равно у нас есть, его никуда не денешь. Мне кажется, на самом деле, самая опасная карта, конечно, это Елань. Если мы ее выбиваем, то неплохо будет. Единственное, она будет первая бить, и она, скорее всего, меня просто ударит, уничтожит. Да, это неприятно. Так, с учетом того, что мы, к сожалению, Куки Синобу теряем, надо запасной какой-нибудь вариант подготовить. Ход противника. А она еще и минус 3 делает. Пэмс, отлично, неплохо. Сконцентрируйся, покажи, чего ты стоишь. Я тебе покажу сейчас. Я предлагаю тогда наделить способностями этого нашего великолепного Невелета. И плюс еще раз. Ай, не получится, да, я думал вылечись. Неприятно, неприятно. Так, а если ульта, это будет минус 3, минус 2. Минус 3, минус 2. Да, в принципе, мне здесь уже эти карты особо не нужны. Давайте с ульты попробуем ударить. Ну, мы, кстати, победили, по-моему, нет? Как вы думаете? Близко, близко. Но недостаточно близко. Ай, минус 3. Ну, погоди, минус 3. Так. На, только сюда, да? Переключиться мы не можем. Ну ладно, тогда давайте с руки ударим, подлечимся, я думаю. Конец хода. Окей, ну давайте завершаем это. О, так она добивает все. Идеально сработано. Ну что я могу сказать? Это великолепная была битва. Спасибо, что смотрели. Не забывайте подписываться, пишите комментарии, ставьте лайк, нажимайте на колокольчик. Смотрите видео до конца и обязательно подписывайтесь на все каналы. Ссылки, которые вы найдете в описании к этому видео. Карты такие яркие, что аж глаза разболелись. Может, чаем угостишь? Мне нужно попить, чтобы взбодриться. Отлично! Это просто превосходно, ребят. Мы одолели с первой попытки. Увидимся, пока.